переводу, очень точному, очень своевременному, короткому, он не мешал абсолютно воспринимать. Но я просто сейчас знаю, что такое армянские глаза. Мне даже показалось, что, может быть, я так не совсем музыкально слово. Да, я чем больше смотрю, тем больше влюбляюсь. Вот это вот слово очень близкое, да, да? Да, конечно. Во всяком случае, созвучие есть. Огромное вам спасибо. Я еще раз вас поприветствовать здесь, на нашей гостеприимной белорусской земле. Хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома. Огромное вам спасибо за ваш талант, за ваше искусство. Всего вам самого доброго, счастья и успеха. Всех спасибо. Спасибо. Дорогие мои, огромное спасибо вам. Я все время, у меня слезы. Потому что я обожаю вас, я очень люблю вас. В вашем лице вот вы сделали то, что многие и политики, и я не знаю, партийные деятели, и я не знаю, послы и так далее не могут делать. Вы просто взяли и завоевали всех. И вас полюбили, и нас полюбили. Вот я хочу... Хотел сказать, выпить за эту любовь. Я вас обожаю. Спасибо. Спасибо за то, что я сидел гордо. За мою Аргению, за... За нас все. Сердца в этом. Спасибо вам. За все. Это вам спасибо. Барика Муцюн, Ереван, Армения. Художественный руководитель Нурай Меграган. Thank you.
гран-при фестиваля «Суперданс» от фолка до модерна получает заслуженный коллектив Государственный хореографический ансамбль Армении. Իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնեմ կազմակերպիչներին, որոնք փայլուն կարողացել են կազմակերպել այս գեղեցիկ փառատոնը. Իմ շնորհակալությունը հարգարժան ժյուրիից, քանի որ ապրիլի 29-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարված է Պարի միջազգային տոն, ունեմ բոլոր պարողներին, բոլոր մասնակիցներին, այստեղ հաղթող չկա, այստեղ կար բարեկամությունը, այստեղ կար մարդկային ջերմ հարաբերությունը, եւ բոլորին ցանկանում եմ լավ տրամադրություն։ Մենք խաղաղասեր ազգ ենք, ուզում ենք բոլորի հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ լինենք։ Կեցե բարեկամությունը։